Так, вот, пожалуйста, представители зарубежных средств по уходу за полостью рта. Конечно, у нас мало чего из этого представлено на рынке, тем более многое что ушло. Ну вот, например, средства для детей, у кого прорезываются зубы. Пожалуйста, отбеливающие капы. Средства для полоскания полости рта. Названия, в принципе, все знакомы, да, парадонтакс, колгейт. Пожалуйста, швейцарские препараты от компании Curaprox. Я всегда рекомендую данные средства по уходу. 79 дирхам, это умножаем на 20. Корега, фиксирующие гели. Вот такие вот интересные нити для зубов, ёршики, щетки. Так, опять же, зубные щетки, зубные пасты. Вот, пожалуйста, такие вот интересные зубные пасты тоже есть. Отбеливающие зубные пасты есть. И жидкости для полоскания рта. Детские зубные пасты с разными вкусами. Аквафреш, пожалуйста, что хочешь.